Белеет ли в поле Пороша, Пороша, Пороша? Белеет ли в поле Пороша, и льгунки ливни шумят? Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша. Стоит над горою. Расскажите, пожалуйста, что у вас здесь находится в емкостях? Вот, вот это вот что такое? Вот это картофель. Это картофель. Картофель. А это? Это свекла. Да. Морковь. Специи. Специи. И мы девочки уже полностью делали набор. Видите? Как он сухарики выглядит? Ага. Отлично. Здесь сухарики. То есть к супу идут еще сухарики. Как тебя зовут? Ярослава. Ярослава, что ты делаешь? Складываю в эти наборы соли, сухарики. А часто сюда приходишь? Второй раз. Второй раз, молодец. Ты с мамой пришла? С бабушкой. С бабушкой? Как тут два бабушка? Баба Таня. Скажите, чего особенно не хватает для супов? Ничего не хватает. Вот. А, рук не хватает. Волонтеры нужны. Сердцу по-прежнему горько, по-прежнему.